У меня вопрос ко всем педагогам, которые как бы, с удовольствием как бы, отдаются своей работе и проработали ну, какое-то там два десятка лет, например, да, то есть опыт работы большой. Вот скажите мне, что вот это нереально, чтобы ребенок хорошо махал руками, лебедь, да, умирающий. То есть там все просто, чтобы и спина ходуном ходила, и там, не знаю, там вот все как вот по эту ниточку поднимается, все. И при этом недозвученность была, да, то есть все хорошо, все выглядит, а звука нет, что такое не бывает, да? Вы же понимаете, когда вы толкаете, например, берете в землю и начинаете рыть, а там должно быть, как бы, знаете, звук, там техника должна, там вот оказывается может ничего и не быть. Вот так роешь там эту дырочку, дрелью, а там внутри нет уклада, ни звука, ничего. А вы уже вырыли дырочку, руки уже стоят, дальше что? Мне даже интересно. Вот просто вы вырыли, вы посвятили там какое-то количество времени, а звука нет. То есть, получается, оставляем дырочку, будем другую дырочку делать, что ли? Вы же понимаете, в это время у вас ребенок ходит на сольфеджио, но он пропускает сольфеджио. Он не распевается, ему неинтересно. И что вы, эти пальцы, куда? А если звука нет? Если он не понимает, где звук, он его не слышит, что ему эта техника? Второй вопрос. А что если... никто дырочку не делал, а сразу пошли к звуку. Вот вы мне скажите, вот он сразу начал слышать звук. Вот у него в голове уже просто вот бомба готова взорваться, потому что он слышит все это. Нажимает рукой, которую ему Бог дал, слыша. Вот у меня рука, видите, какая? Что, ее ставили руки, не ставили? Вот такие есть, да? Вот. И внутри, я говорю, ты должен эту... ноту почувствовать изнутри, еще того, как ты клавиши коснулся. И вот там внутри клавиши сидит эта вот капелька, и ты ее вынимаешь из клавиши. И он ее вынимает вот таким пальцем. Вот скажите, вот как это вообще происходит? Вот где вот это понятие, что если делаешь дырочку в сторону руки и этих убирающих лебедей, и там будет... глубокий, прослушанный, дозвученный звук. Где эта гарантия? Вы хотите сказать, что вот ваши 50 человек с вашими руками летающие, они все попадают в звук? Ну что за бред? Что за бред? Конечно, нет. И руки летают, а звука может и не быть. Я даже не знаю, какой процент. 40% дозвученные, 60% дозвученные, я не знаю. Но это не гарантия звука. Понимаете? И то же самое, что когда человек слышит звуки внутри, не факт, что он через какое-то время не начнет играть с какой-то рукой. Понимаете? Вот весь этот сыр-бор, вот не то, что кто-то гарантирует, что дырочка там, вот в этом месте это, а в другом месте это. Мы вообще сейчас о чем? Почему у нас уже которую неделю идет разговор про постановку руки? Мы вообще о чем мы говорим? Почему у нас нет разговора, как уши раскрыть ребенку? Как раскрыть внутри вот этого тела, которое у нас, видите, тело, руки, ноги, а внутри там должно быть какое-то совершенно другое тело. Внутри должно быть, я не знаю, коробочка из на коробочке, где все можно раскрыть и удивить ребенка и почувствовать, что он там, не знаю, ему там 6 лет, а он уже ого-го, ему 7 лет, а он уже ого-го, понимаете? Вот это же главная задача педагога, понимаете? Почему мы не говорим о том, как раскрыть душу человека? Как раскрыть желание привязать ухо к кончику пальца? Вот это, почему мы об этом не говорим? Почему мне в личку пишут люди? А послушайте, вот это вот тут, как вот они, видите, у них там такая рука, а вот это вот такая рука. Зачем мне руки? Вы объясните мне, где и как вы работаете над звуком. Вот что мне интересно. А как можно работать над звуком, если пьеса состоит из одной ноты? Вот, например, до-до-до или соль-соль. Я помню, у нас в России, вот меня учили, соль-соль-соль. Я в соль ничего не понимаю. Вот другое дело, я уже спела, Penguin Blues, по-моему, называется, до, нет, да, со, до, до, ре, ми, фа, ре, си, до, ре, ми, до, ля, си, до, ре, ми, моль, ре, до, ля, ми, моль, ре, до. Потом я говорю, ля. И что, вот уже, пожалуйста, первый, второй, третий урок, он уже понимает, что такое блюз. Какой соль?
Какая рука? Вот я не понимаю. Вам приходит ребенок. Сразу откройте перед ним книгу сказок. Вот там книги сказок, он может сразу же стать героем. Понимаете? А не просто в руке подержал. Окей, пока этот свод не получится, как можно играть на пианино? Как? Так, понимаете? Короче, оставляем тему рук. Потому что дрель вот туда, вот куда идем, дреем, это все на фаланге клеим, что-то там, не знаю, там. Это не факт, что там будет звук. Понимаете? Давайте разговаривать лучше, как мы достаем из уха внимание, и как это внимание мы привязываем к кончику пальца. И все. Больше я как бы не хочу на другие темы разговаривать.